Доброе утро всем. Сегодня моя 10-я тренировочка. Сейчас остановился на полпути на пробежке, так как хочу вас познакомить с человеком, который решил ко мне присоединиться. Так, вы готовы? Это Бублик. Бублик сказал, что ему надоело получать люлей от котов, и он тоже решил потянуть свое физическое положение, что однажды он хочет проснуться бульдогом лютым и наконец-то постоять за себя. Поэтому, Бублик, побежали. Нет времени отдыхать, давай. Итак, я уже на спортивной площадке. У меня 10-й день, юбилейный день. И буду вводить такую традицию. Каждую юбилейную тренировку я буду записывать без ускорения, выкладывать отдельно. И она будет в прямом времени, то есть без всяких ускорений. На выходных я перечитал полностью все темы к всем предыдущим занятиям. Там на самом деле были темы, в которых давались разные рекомендации. И человек, создавший эту программу, поставил очень большой акцент на то, что нужно смотреть не на количество, которое ты делаешь. Первые 50 дней мы контролируем только качество. Максимальное усилие над качеством. То есть неважно, сколько ты делаешь, пускай это будет таки 5 раз, но пускай они будут максимально качественными. Я сразу вспомнил свою 6-ю тренировку, на которой я попытался добавить в круги по одному разу. То есть я уже потягивался 6 раз, потом добавил по 12 на отжимания и на приседания. И, конечно, на втором круге еще было более-менее, но на третьем, на четвертом качество моих повторений очень сильно упало. Поэтому с этой недели, с 10-го, я возвращаюсь назад на свое начало. То есть это будет 5-10-10-10. Но я буду пытаться это сделать максимально качественно, выдерживая все темпы. Итак, мало времени, понеслись. Так, у нас 5-10-10-10. Я все-таки думаю, что приседания можно добавить вместе с отжиманиями, потому что они не очень сложно мне даются, но подтягивания пока оставим на том же месте. Так, стартуем. Так, первый круг. Живем готово. Сразу включается таймер на 60 секунд отдыха. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, I drive myself crazy, cause I can't escape the gravity. I'm holding on. Why is everything so heavy? More than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid, but I'm pretty sure the world is out to get me. It's not like I made the choice to let my mind stay so fucking messy. No, I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. Holding.
Даже не буду останавливать, не буду отдыхиваться. Сразу скажу пару слов, что постоянно после первого круга такое чувство, что выбираешь слишком малое количество. Но, как видите, на третьем, на четвертом круге даже эти смешные 5, 10, 10 превращаются просто в ад, если делать все правильно. Всем хорошего дня, всем пока.